Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и я просто сейчас проверяю эту камеру. То есть, да, я снял видеоролик, в котором я что-то проверяю. Да, в общем, сегодня будет ролик опять ни о чем. Ну, точнее, о чем, но ни о чем. В общем, мы начинаем. А начнем мы с ВК. Как вы знаете, меня забанили ВК, и там, в общем, так получилось, что меня заблокировали навсегда, и теперь я не знаю, как мне разбаниться. И поэтому я создал новую... И, в общем, теперь у меня новая страница ВКонтакте, vk.com, alex.sucko2001. Ходите, добавляйтесь, ходите, нет, мне как-то все равно. Я думаю, сейчас... Так, сегодня я решил все-таки рассказать вообще... Как банят, как можно разбаниться и возможно ли вообще разбан ВК, если вас забанили навсегда. Да, разбаниться можно, если только написать поддержку. Но поддержка может вам, ну, или ответить как-то неправильно, сказать типа все, вам конец и создавайте новую страницу. Типа вы нарушили правила сайта и типа все. Ну, в общем, так точнее было у меня. То есть я написал то, что типа, это типа не я. Я не нарушал никакие правила, меня взломали. Никто мне, короче, не поверил, и поэтому пришлось создавать новую страницу. Потому что, ну, никто не... В общем, я решил сделать новую страницу, в которой теперь есть маленькое количество друзей и подписчиков, так как все мои программы были... Ну, на другой странице, и поэтому сейчас я все пытаюсь восстановить, как все было. Разбанить ВК, то, если вас даже так же забанили навсегда, это нереально, если поддержка не хочет. Конечно, есть способ другой, взломать поддержку, стать агентом поддержки, там взять у них эти права, сам себя разбанить и что-то типа того, но... Я не знаю, что я вам могу сказать, то что меня забанили, я пытался разбаниться, у меня не получилось, поэтому добавляйтесь на мой новый ВК. Лучше поддержки не писать, она вас не разбанит никогда. Поверьте. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubass Company. Пишите комментарии под видео.